Каждый год в конце июля в разных живописных местах Пермского края вырастает палаточный городок. Это работники «Лукойл» в Перми опровергают миф о том, что турист – это человек в вытянутом свитере и с гитарой за плечами. Современный турист – в первую очередь спортсмен и немного артист, а природные катаклизмы для него не помеха. До этого было несколько лет, когда просто поливало, но, как говорится, у природы нет плохой погоды, поэтому при любой погоде нефтяники «Лукойла» всегда рады встрече друг с другом и ждут вот турслеты буквально целый год. В этом году в программе слета были туристические соревнования, полоса препятствий эстафета, спортивные, пляжный волейбол, городки и стрит-баскет и творческие. К традиционным конкурсам самодеятельности прибавился новый – крокодил. Участникам одному из них загадывают какое-то, знаете, название, и команда должна отгадать. Три этапа, значит, жестами, мимикой, значит и рисованием. Спальники, коврики, половники, котелки, пледы, почетные грамоты, хорошее настроение и загар. Такие призы достались командам «Черная метка», «Oil Village», «Черные духи заброшенных скважин», «Дикий запад» и «Бухгалтуристы». Кто сказал, что бухгалтера – скучный народ и у них на уме одни цифры и отчеты? Вот эти ребята доказали обратное. Видимо, каждый обеденный перерыв репетировали и ходили на тренировки. Победители творческих конкурсов – «Крокодил», «Лучший флешмоб» и «Городки». Ребят, какой у вас девиз? Учет на выживание! Анастасия Наумова, Ритис Бараускас, Евгений Демьянович, Константин Старков, телекомпания «Ветта».